Сегодня хотелось бы записать видеообзор на такое маленькое приложение, как для меня, под названием «Скоро Новый год». Ну, все прекрасно знают то, что вот буквально 3 месяца и будет новый 2015 год. Вот, и хотелось бы, конечно, отметить его особенно ярко. Вот, и для этого нужно знать, сколько же дней осталось, сколько нам дней осталось до планировки этого торжества. И для этого нам поможет такое приложение, как «Скоро Новый год». Вот, скриншот, просто такая елочка на красном фоне. Вот так. В описании: данное приложение выводит информацию об оставшемся времени до Нового года. Приложение отличается красивой анимацией падающего снега. Оценки 10 оценок, оценка 4.1. Ну, как бы, здесь на любителя, кто любит такие вот, как вам сказать, праздник приближается, вот такого типа приложения, тому понравится, я думаю. Нажимаем кнопку «Установить». Мне самое интересно, что же нас там ждет. Может, какой-то новый дизайн, но написано, что это первая версия и пока что последняя. Вот, и что она ничем не изменялась. Сейчас посмотрим на статус загрузки. Загружается. Вот, и, конечно, не знаю, для меня было бы удобно, если бы оно было на рабочем столе. Именно вот как заставка, и там отчитывалось время. Вот, в принципе, вот и все приложение. До нового 2015 года осталось 92 дня, 1 час, 43 минуты и 40 секунд. Вот так вот. Ну, разве что заходите, смотрите, сколько дней осталось до Нового года. Ну, как бы, здесь можно разные комментарии писать и вообще разную... нравится, не нравится, то есть у каждого свое. Вот, ну, как бы, мне ничего так, оформление прикольное. Вот. Всех с наступающим, через 92 дня Новым годом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще много чего гораздо интереснее. До свидания.